Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом обзоре расскажу про бензиновый генератор Husqvarna G3200P. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Эргономичный дизайн обеспечивает мобильность, и простая панель управления предоставляет удобство использования даже в чрезвычайных ситуациях. Индикатор уровня топлива, с его помощью легко контролировать уровень топлива в баке. Быстрая и легкая заправка топливом. Крышка бензобака большого диаметра, что обеспечивает легкую и быструю заправку агрегата топливом. Комплект колес предназначен для значительного повышения транспортабельности генератора. Генератор бензиновый Husqvarna G3200P, разработанный для электроснабжения домов и рабочих площадей. Однофазный генератор средних размеров мощностью 2,8 кВт номинальная, 3 кВт максимальная, 50 Гц, 230 Вольт. Эффективен, надежен и прост в использовании даже в тяжелых условиях. 15-литровый топливный бак вместе с бензиновым двигателем 212 кубических сантиметров с легким запуском и системой автоматического контроля уровня масла обеспечивают продолжительную работу и длительную эксплуатацию. Помимо розеток стандартного образца для подключения оборудования, работающего с напряжением 220 вольт, модель имеет преобразователи, специальные клеммы для подзарядки аккумуляторных батарей с напряжением 12 вольт, что поможет подзарядить, например, аккумулятор автомобиля в походных условиях. Автоматический выключатель защищает генератор от перегрузок. Номинал выключателя и нагрузки, которые он может выдерживать, отмечены рядом с выключателем. При срабатывании автоматического выключателя генератор остановит выработку электроэнергии. Не допускайте перегрузки генератора. Кроме того, не допускайте перегрузок отдельных розеток на панели. Данные выходные разъемы защищены от перегрузок автоматическими выключателями. В случае превышения номинала тока какого-либо автоматического выключателя происходит размыкание выключателя, в результате чего подача электропитания на данную розетку прекращается. Двигатель оснащен датчиком низкого уровня масла, который автоматически выключает двигатель, если уровень масла падает ниже определенного уровня. Если двигатель самостоятельно выключается, а в топливном баке достаточно бензина, проверьте уровень моторного масла. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Нет колесиков, тяжело передвигать одному. Был порван шланг от бензобака. Маленькая гарантия. Теперь перейдем к положительным. Бренд тихий, собран хорошо. Простота подготовки к запуску. Легкий запуск. Держит без проблем переменную нагрузку. Компактные размеры. Информативное табло. 3 кВт тянет запросто. Обратная связь важна для нас, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта.